Так, ребята, записываю шортс очередной раз, но с пояснением, почему так долго нет видео, и почему на канале только шортс, и что неужели на канале теперь будут только шортс. Нет, так не будет. Дело в том, что к концу приезда моих подруг я заболела короной, только я. Ну, я еще мужа заразила, но это долгая история. В любом случае, девочки не успели заразиться от меня, вот, но я сидела в изоляции в комнате одна. Но у меня была очень жуткая слабость, и я только-только вот сейчас поправилась, смогу выходить наконец-то на улицу. Как только уехали девочки, приехали родственники корейские, вот, квартиру нужно было убирать в режиме быстро-быстро. Вот, поэтому я пока не было времени сесть за монтаж видео. Что касается видосиков и в каком формате они вообще будут выходить, сейчас расскажу, потому что этому нужно уделить отдельное внимание. Так как у меня были в подопечных трое человек, я не могла идти, снимать, говорить одновременно. Во-вторых, у меня, вы знаете, еще Зина занимается блогерством понемножку, и мы друг друга перебивали в прошлой поездке, я это прекрасно помню. Вот, поэтому я просто снимала видео без каких-то комментариев. Что я делаю сейчас? Я отсматриваю полностью отснятый материал того, где мы были, что мы делали, где мы ели, потому что снимала я подробно, специально во всех мелочах, чтобы потом сделать закадровый текст, но он не будет прям совсем закадровый, то есть вы меня увидите в любом случае, говорящую голову, но все, о чем я буду говорить, будет, естественно, показываться вам на видео. Я не знаю, как вам зайдет ли такой формат, потому что я так никогда не снимала, и вообще, что из этого выйдет, но имеем, что имеем, потому что я успевала отдыхать, быть гидом для своих подруг, ну и еще и блогером. YouTube-канал ни в коем случае не закрывается, не переводится в режим шортсов. Шортсы я начала писать именно для того, чтобы у вас было хоть что-то, пока вы ждете нормальное полноценное видео. То есть я вам как бы затравочки такие закидываю с наших путешествий. Так что не спешите отписываться от меня, потому что вы можете в будущем потерять очень много полезной информации. Скорее всего, что полезной, потому что будет снято, опять же говорю, не в режиме влогов, а больше как информативный. Куда тыкнуть, что нажать, кому заплатить, куда сесть и все такое. Так что не паникуйте, буквально вот день-два. Завтра выйдут два ролика на Boosty, которые я обещала, но из-за того, что я заболела короной, я их просто не смогла выпустить, потому что я слегла больше, чем на 2 недели. После короны у меня было осложнение в виде пропажи голоса, то есть я не могу долго разговаривать, не могла. Сейчас более-менее вроде все нормально. То есть стоило мне говорить больше 30 секунд, у меня просто садился голос, и я ничего не могла сказать вообще. Наконец-то зараза ушла, я не скажу, что она прям до конца от меня ушла, но все же уже полегче, и будем с вами клепать видео. Так что держите ручку на пульсе. Новогодние праздники у вас будут прям замечательные.